Настольная игра «Оборотень» доказывает, что лучшее средство против клыкастой нечисти — это дедукция. Игроки делятся на команды. Первая состоит из жителей небольшого села, вторая — из суровых ребят, которые умеют отращивать когти. Эти компании с энтузиазмом истребляют друг друга при каждом удобном случае. Когда ведущий объявит, что наступила ночь, селяне засыпают, а оборотни с аппетитом грызут одного из них. Когда наступает день, селяне открывают глаза и методом вдумчивого анализа или научного тыка срывают покровы с мохнатых душегубов. Среди заклятых врагов есть огромное количество героев. Провидица выявляет оборотней, а чумная устраивает своим поедателям несварение. Ведьмы, призраки, сыщики, можете экспериментировать с их способностями и проходить либо готовые сценарии, либо придумывать свои. Задача остается неизменной – выжить любой ценой. Спрашивайте в магазинах вашего города.